Всем привет, друзья! Вы на канале Робинзона Волгограда. Сегодня мы посещаем парк Лога, город Камень-Шахтинский, Ростовской области. Вход бесплатный. Дверь закрыта. Так, хода нету. Такая урна интересная. Такой мишка. Я так понимаю, покататься на них можно. Прогулочные. Еще что-то строят. Там прохода нет. Thank you.
Очень красиво, ребят. Все в одном стиле. Вот забор, да, какой из дерева сделанный. Фигурки, газончики, цветочки. Извольте на скульптуру не залезать. Не, ребят, это роспись игрушек, то есть там выбираешь игрушку, расписываешь, с собой забираешь, 200 рублей стоит. Большая парковка. Вот такой мини-водопад. Посидеть можно. Форель плавает. Корм для рыбы. Thank you.
везде таблички в старом стиле написаны. Кинематограф. Колесо обозрения видите. Прокат детских тележек. 100 рублей 1 час. На лошадке прокатиться 200 рублей 4-5 минут. И синематограф получается 3D, там 5D, 7D у них. Ребят, очень красиво, конечно. Семейство лемуровых относится к подотряду макроносых. Амазонский попугай. Я же эту голову задрала. А вон они сидят втроем. Вот. И вон четвертый на самом верху. Вон. Синий ушастый фазан. Жарко спят. Королевский фазан. Да, раскрас у него прям боевой такой. Курчавые куры. Не хочешь, чтобы это похладить?
Собака. Я не слышал даже такую, блин, чем они. Клинохвостый фазан. Рыжая свистящая утка. Это вообще прикольное, короче. Какой он здоровый, но ему жарко реально. Это вот корм привозили на машине. Можешь туда, чтобы вы понимали. За 3-9 земель. Экзотариум, вход платный, 300 рублей, ящерицы, пауки, змеи. Детям до 8 лет бесплатно. Енот-полоскун. Вон он лежит, жарко ему. Тоже там в домике не видно его. Да, животных очень много. Подожди, Егор, иди сюда. Белка в колесе. Сипуха. Белый аист. Зеленая мартышка. Сурикат. Смотри,
Место просто шикарное. Умеешь разговаривать? Привет. Не, чуть не отвечает. Кормление рыб категорически запрещено. Смотри на маму.
рыбки плавают. Такие цены, ребят, в ресторане «Боярин». По броне все занято, посидеть не получилось у меня. Тоже что-то строят еще. Да, все в одном стиле, как бы, все вот антураж такой всего, да, поддерживается. Очень нравится мне здесь находиться, конечно. Много зелени, животные. Посмотрим дальше, что как. Я только вот зашел, грубо говоря, так понимаю, даже процентов 20 я еще не посмотрел. Всего уже 2 часа я здесь нахожусь. Все под старину заделано. На курьих ножках домик, песочница. В беседке можно посидеть. Да, волшебное место, конечно. С душой подошли.